подписывайтесь на уникальный канал Мистер Бульбаш. Там вы сможете увидеть интересные видео о Скайриме и узнать для себя что-то новое. Например, о том, что фалмеры на самом деле не слепые. В общем, переходите и подписывайтесь. Парень заслуживает того, чтобы его смотрели. Ссылка в описании. Так, все нормально, увереннее. То, что я долго не играл в КС, не означает, что я потерял свой никчемный скилл. Сейчас раскатаем все мясо на этом паблике. Чего она? Я прямо в мельницу попал, что за дела? Глотай, сука! Там еще один. Хуясь, ты спрятался, братан. Я уже думал, ты испарился. Шо-шо-шо, по одному на деглянский. Так как это называется? Я как будто руку отсидел. У них что, магнит с отрицательным полем на головах? О, извини, но ты не невидимый. Это так не работает, нет. Если тебя дома папа за шторами видит, но притворяется, что нет, то здесь это так не работает. За мной, дети мои. Так, в сторону я сейчас буду их гранатами топить. Ой. А, лично ты мне больше не сын. Ну пацаны, прекратите умирать. Да ёлки, вы мне в душу срёте. А, ладно. Вы мне тут, сука, что за бардак устроили? Ладно, сейчас я с тобой разберусь. Не уходи далеко. Вы сейчас зверя в клетку загнали, уроды. Чё, и слева воняет. Ой, и справа вонь пошла. А с плента как несет. Сука, прочел как инструкцию к туалетной бумаге. Мне кажется, террористам сейчас обидно. Эй, не грустите, ребята, мы же играем в КС. Нам же тут весело, сука! Бегу, 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 сверкаю шлёпанцами, что там? Все там. Зацените мою гранату. Чё, сука, гормоны шалят, а? Я вам их сейчас успокою. Ты не в то окошко заглянул, ублюдок. Блин. Как говорил Конфуций, бей сразу в ебало. Чё, найс, хотя бы одного убили. Найс! Уйди, говно, не видишь у меня эко, куда лезешь? Лезет он. Петушара невоспитанная. Он близко. Yeah, I know. Давай, давай. Пикни меня, сучка. Ты меня обижаешь. Ушел на Б по-английски. Ща я ему затылок почешу. Какой он шустрый, однако. Ну, давайте его удивим немного. Абза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 б
Ай-яй-яй. Держите всех! Мармок-пулемет штурмует точку А. Одна шваль за контейнером прячется. Упал, умер. Только дотроньтесь к бомбе, я вам пальцы переломаю. Братан, тебе лучше спрятаться, не вылезай. Халди, они не любят сники-бики. Спрячься, скотина! Да, ты был дерьмовым напарником. А? Чё там, охерели меня поджигать? Лайка-босс. Что за пробка? Воу, это кто тебя так зафлешил-то? Этот бесстыжий тебя так зафлешил. Все, я его обидел, пошли дальше. Кто-то пушит, что... Ах, вы хулиганы. Удивить меня решили. А, и последний там же. Ну, пускай догоняет. Эй, догоняй, догоняй. Ой, смотрите, что-то пикает тут у нас. Ой, все больше не пикает. Да все, с бомбой ты уже обосрался. Или тебе недостаточно унижений, мазохист хренов? Может, ты меня еще попросишь, чтобы я тебе автомат в попу засунул? Это, по всей видимости, лонг.
Ну что ж, мне торопиться некуда. Шорт найду. Контужь его. Молодцо. А где последний? Где еще одна дичь? Оно будет сейвить, наверное. Вау, нихуя себе. Вот это контроль. Если бы я в реале так развернулся, а то у меня бы яйца в заднице оказались. Я тут немножко набил руку, и мне кажется, мне пора выходить на диголохоту. Здорово, бля, ты там давно шумел. И здесь еще один. Курва-матка, нашли себе снайперские позиции. Все. Теперь видите, как все тихо стало? Даже живые не шумят. Выгляни в окошко, здесь твой друг Антошка. Ну или так, ёпты. Все, пошли на А. Я надеюсь, он додумается. Куда он идет? Ты же сейчас сдохнешь. Тварь, и сдох. Гадалки не ходи, все и так ясно было. Бонжорно нахуй. Я здесь, чтобы превратить тебя из клатчера обратно в говно. 2-3, дымовая завеса пошла. Оу, братан, кто это сделал? Фамилия паршивца. Ага, сыкотно, соберись. Окей, guys, I'm go to fuck him all. За пацановий двор сру на забор. Блин, покоцал меня немножко. Хотя очень даже множко. Во-во-во-во. Это называется префайер, сука. Так, бомба у нас на, я пошел туда. Где последний бомбардир? Bomb on jungle planted. Да мне насрать, мне бы выжить. Он сам на прицел пришел. О господи, за что мне такое везение? Что за дерьмо ты мне приготовил впереди? Давай, зеленый, давай, потихонечку. По чуть-чуть. Время еще есть. Время еще есть, но нам бомбу надо взять. Понял? Все пиздец, как понятно. Надо. Эй, сука, я тебе сейчас залезу сюда. Где? Бомба в мэйне. Он по-любому там. Дрожит, сука, я знаю, что ему страшно. Потому что мне тоже. Ладно, заходить в хату так изящно. Яркая вспышка. Трах-брум-бра, минус лицо. Эх, новый раунд, и мы опять идем ломать людям кости. Сплошное веселье. Вау, чё это? Чё за агрессия? Сби, пушби. А, только давайте в ряд, пацаны. Боже, что за задорукость? А, ладно, ретируемся. Блять, вы уже тут, что ли? Иди сюда. Ах ты, сука, ты меня, ты... Я с тобой играться думаешь буду? Может, я, конечно, херово стреляю, но режу нормально. Ребята, они из мяса. Если не получается попасть, режьте их нахуй. Где последний? А, ну окей. Я уже на поножовщину настроился, ну ничего. Пойду себе колбасу нарежу и пройдет. Спасибо, народ, за просмотр. И очень давно не было CSGO, а все потому, что на запись этой игры мне надо больше времени потратить. А как вы знаете, до недавнего времени все свое свободное время я тратил на интро и ребрендинг в целом. Но эти дела я уже закончил, так что CSGO, думаю, теперь будет выходить почаще. Раз-два в месяц так точно. Все, вроде бы сказал все, что стояло близко к выходу из головы. На этом все, пишите свои интересные комментарии. А если хотите получать уведомления о выходе новых роликов на канале, нажимайте на колокольчик. И здесь болел ерундой гребаный мормок. Всех с наступившим летом, друзья, отдыхайте и все такое. Пока.